Так, 911 день, уже рассвет. Вот. Убегаем отсюда. Дикон в этот раз, как и во все предыдущие, конечно же, не будет кряхтеть, типа, ох, ох, еще чуть-чуть, и все остальное. И там такая бочка на этом горит. Ну, в этой прям вышке снайперской. На блокпосту. Конечно, отстроились они тут блокпостов так прилично. Вот. Тем не менее, день, что может произойти. Здесь что-то травку хочу взять. Вот. И там же ягодку. Само собой. Да, вот, само собой, конечно. Так, короче, сейчас поедем. Вообще, я даже подумал сначала съездить к это. Конечно, у нас тут недалеко все вроде. Так, это типа сортира. К полковнику бы сгонять. Вот. Потому что... Как это называется? Потому что мы вроде как рядом все находимся. Что сюда ехать, что туда ехать. И как это уже, по-моему, было, нас могут обратно развернуть на эту штуку. На 97-ю трассу, и вот будет как бы немножко, как это сказать, прикольно туда-сюда гонять, да? Ну, зачем? Вот, ой. Когда едешь ровно по навигатору, так сказать. Так, ощущение, как будто снайпер был. Это было стрёмно. Снайпер стреляет в бак, между прочим. Вернее, стреляет в движок. Вот. Ну, чуть-чуть длиннее дистанции, но я более чем уверен, что нас могут послать сейчас обратно в... Ну, поняли, куда. Так, здесь кто победил-то в результате? Походу, фрик. Здесь вот яхта, все дела. Не-не-не, Дикон, ты как-то... Ну ладно. Все равно ничего, кроме там лома и еще что-то. Гранат, конечно, могли подсунуть. Сколочки. Клыкачи, подстава. Оп-оп-оп-оп, стоять. Нельзя прыгать. Тихо. Не, дробаш, конечно, решает... Все вопросы. И дробаш решает все вопросы со всеми абсолютно. Отойди от байка. Все, вовремя. Ну, плюс еще, конечно же, определенное, как это называется. Определенная сноровка. Но дробаш всегда вот выручал. Вот не было еще момента, чтобы я на дробаш что-то говорил, потому что он такой сякой. Так, веревок нет. Что-то за нами бежит, да? Нет, отстал. Так, а ну-ка. Здесь никаких нету у нас вкусностей. Я на самом деле сейчас вот так вот еще езжу. Хочу орду, а потом уж после орды какой-нибудь я, может быть, поиграю в меня травник и во все остальное. Пока же у меня хочется орды. Тем не менее, нам сюда. Зашел. Ладно, тормоза сработали вовремя. Ну ты вообще прям. Ну да, курит чё. Так, полкон. Так, надо развернуться еще. Чуть меньше стал. Привет. Что-то нужно? А у тебя как дела? Здорово.
Так ты по кухне тут главное. Порции ты... как будто стали еще меньше. Аккуратней. Порции меньше. Спасибо, что вообще еще пожрать. Ладно. Здорово. Капрал Сент-Джон, у нас тут проблема, с которой ты наверняка справишься. Слушаю, сэр. Один из наших людей в заложниках. Сержант Мелинда Фостер. Она патрулировала нашу восточную границу вдоль 97-й трассы. На ее отряд напали. Двое вернулись живыми. А сержанта Фостер забрали. Мелинда Фостер. Знаешь ее? Никак нет, сэр. Я отметил на карте, где ее видели в последний раз. Я уверен, капрал, что ты вернешь ее живой и здоровой. Будьте уверены, сэр. Выполняй, капрал. Блин, понятно. Куда пилить? Я был прав, нет? Ну, зато, можно сказать, недалеко по пути. Что там, 200 метров-то поехать? Ну так, конечно, побольше. Но тем не менее, здесь недалеко. Мелинда Фостер какая-то. Здрасте, приехали, называется. Что, я по длинному пути поехал? Нет, все тут. Здесь вкапывают. Ну, как бы это... На секунду, да? Если чё... Не расизм, да? Вот. Поменялись местами немножко. А я не понял, здесь лагерь ведь, по-моему, вначале говорили то, что без всяких вот таких вот шутеек и предвзятости. На самом деле это не было тоже никакой предвзятости. Так. Тут геи и все остальные, да, 200 метров. Типа, тут все равно гей ты, лесбиянка, афроамериканец. А здесь что случилось? Так, ну, посмотрим, может мы сейчас поедем на байке. Нормально, нормально. Бума. Сама под колесо подлезет. Волки. Ну, волки это серьезно, на самом деле. Так, это вот сюда. Они все равно нападут. Пумы пускай гуляют где-нибудь там, в лесах. Волк, пума, пума. Пум. Вали, и гуляй. Ничего себе, ты мощна, пум. Я все равно не буду тебя убивать. Отвали. А мы тем более приехали, да? Банши еще. Не, не, не. До свидания. Байк зачем было? Нам через это, да? Сейчас перепрыгнем и... Опс. Круто, да, матрица была в воздухе, оказывается, можно это было делать так. Направление менять, да? Круто. Ну, день, собственно, днем-то проще. Байк ополчения. Проведите, наверное, ее. Последнее известное местонахождение Линды Фостер. Ну, прости. Прости, пожалуйста. Но мне кажется, реагированная вся эта фигня. Полковник, это капрал Сент-Джон. Докладываю, я на месте. И, похоже, в лагере пусто, сэр.
Жизнь сержанта Фостер в твоих руках, капрал. Не подведи меня. Да, сэр, я ее найду. Так, я понял, где мы. Где-то здесь было. О. Я на месте, вроде как. Сколько? И куда же все делись? Разыскать. Так, что здесь происходит? Фрики? Люди? Полезем наверх, посмотрим. Ну что, нельзя? Серьезно, нельзя? Так, враг прямо здесь. Вижу. Враг, олень. Так, он просто так там, кстати, стоит. Фугас не буду кидать, потому что не уверен, что там только... Там люди! Ох, ты еще жива? Это все? Видимо, да. Трудовые будни. Так, я только сразу набежал, я не понял, почему их не отмечалось. Так, теперь закрыт. Бункер закрыт теперь, ага. Здрасте. Только что был открыт. Ну не бункер, а вот это вот местоположение. Оригинально, оригинально. Не так уж трудно. Я ее убью, клянусь. Ты где ты? А, понял. Все, я немножко опередил ситуацию. Ну что, сержант, как у вас тут дела? Боже мой, спасибо. Дела отлично. Лучше некуда. Вас подвезти обратно? Вы видели снаружи байк? Или эти скоты его разобрали? Нет, нет, он еще там. Тогда я сама. Сент-Джон, верно? Спасибо. Я доберусь обратно. Так, точно. Так, ну что ж, это было неплохо. Так, у нас еще очко навыка и Wizard Talent. Третий уровень доверия. Вот, я сейчас извиняюсь. Понаслаждаемся музыкой, я попью. Плюс 3500. Это вообще здорово. Защита слабых. Это была миссия. Очко сейчас. Очко. Сделаем сейчас. Сделаем сейчас очко. И куда я хотел его вдарить? Второе дыхание. Или... Ой, извиняюсь. Туда. А, да, стрельба. Все верно. Здесь же что мы сделали? Так, здесь мы, у нас увеличивается типа сила. Короче, у нас осталось все, что связано с арбалетом, да? Нет, второе дыхание еще есть. Так, второе дыхание, а потом уже все, что связано с арбалетом. И мне, и, по-моему, это два последних навыка, да? Когда здоровье Дикона приближается к нулю, всплеск адреналина придает ему силы продолжать бой перед смертью. Нет, ну это не наш вариант. Мы так... непробиваемые. Здорово. Софт. Так. Вот так вот. Третий уровень. Это означает то, что нам, в принципе, сейчас, я не знаю, ну, ехать не надо. Третий уровень доверия означает то, что... Пойду ягодку возьму, раз я вот здесь. А, она за территорией. Отлично. Или нет? Нет, здесь. А, что я говорил? Это означает только то, что... А, кстати, здесь можно вылезти. А что там валяется? Какое-то мясо, вообще не понял. О чем я говорил? Про третий уровень доверия. Так, сюда нам не надо лезть. Вот на эту вышку-то я смотрел как раз. Вот. Ну, дыра здесь, конечно, колоссальная вообще, да? Welcome to the freaky. Так,
Че, у нас байк цел, нормально? 88, да? Починим. Ну, давай посмотрим. И дальше что, мы поедем на задание или там у нас что-то появилось? Вот сейчас вот я прямо мне на глаза попался, я его возьму. А, еще один рядом. Берем. Это ромашечка. Так, сдавать работу нам не надо, значит, мы сейчас едем в длинное путешествие, и оно по пути, так что... Так что, естественно, едем. Ну, как по пути? В обратную сторону, но по пути. Заправиться может. Там канистра. Дикон, блин. Где этот перекат, хотел сказать. Где дрифт? Алло. 77%. Да, ну, надо. Нормально. Так, значит, там у нас... Значит, там у нас по-любому будет народ с Тейлором. Вот, потому что, во-первых, это лыжная база, где патронов до кучи, значит, там будет до кучи и всяких врагов. Ну, перезаряди, Дика, ну ты серьезно? Ладно. Используем. Все, едем. Прямой наводкой туда, если кто-то с нами свяжется, это 2 километра. Как бы не близко. Нормально. Ну, уже меньше. Между тем. Тут запись, конечно, сразу километры. Так, здесь у нас обычно веревочка. Ну, не в этот раз. Полковник. Блин, я же вот уже нажал. Спасибо. Спасибо. Супер. Превосходно, капрал. Превосходно. А, дерево. Спасибо, сэр. Я попозже о ней справлюсь. Отбой. Да. О, да там снайпер. Блин. Ублюдки, мать ваша. Ложись! Да твою Он мать. Ранен. Кто-то ранен. Прям в голову ранен, да. Так, на себя уже не хватило концентрации, но ничего страшного. Есть. И здоровье как раз у нас пополнилось. Мозги аж на асфальте. Так, окей. Сейчас, стой, не стреляй. А вон там волк. А прицел-то будет? А он же на волка охотится, окей. Так, теперь главное, чтобы меня не укусили. Ну-ка, получи! Стрелять по мне, паскуда! Ну так, лом-то... А, нет, лома у меня еще так много, что я не могу. Ладно, тем не менее, бумс. Байк мне сломали, уроды. Каждому по хэдшоту. Ну, байк. Нет, кстати. Полковник, сэр, прием. Да. Это капрал Сент-Джон, сэр. Хотел узнать, как там сержант Фостер. Фостер? Держится. Да, да, все нормально. Спасибо, капрал. В своем рапорте она хвалила тебя за храбрость. Тебе полагается награда. Спасибо, сэр. Она настоящий боец. Мы тут все бойцы, не так ли? Да, сэр. Ой, сколько отбой. Здесь вкусного. Он такой, главное, да, да, что-то помню такое, да, наш сержант, угу, да. Как будто ему вообще реально пофигу было, сержант или нет. Музыка странная. Проеду, посмотрю, лаванду еще.
Там есть еще. Да, понятно, нет. На берегах называется. Здесь есть? Нет, поехали. Все. Да, конечно. А я пропустил свою любимую лаванду. Так, перестройка маршрута какая-то дикая сразу. То, что ты меня посылаешь. Ну тут столько грибов, я не могу не остановиться. Просто, ну никак. Нереально. Ладно. Вот. Мотаем на минуту, если что. Они вот были все рядом. Где? Вот. Очень рядом, да? Офигеть можно. Разброс вообще нереально. Едем, Дикон. Хотя да, все, что не в меньшем радиусе, то очень далеко реально. Так, знакомые места. А, я понял, через что. Опять же, через... Седьмая трасса, естественно. Чего же я все время сюда-то заезжаю, а? Там просто надо повернуть вот здесь и все. Так, все. Ну, как бы не очень просто, но тем не менее. Так, с Бухарем нам уже не надо разговаривать. Керосин появился? Нет. Ну, там был лом. И внутри был лом, да? Лом. Хорошо. Очень хорошо, на самом деле. Понятно. Там еще такой звук какой-то. Так. Окей. Что, танцуем? Как всегда. Понятно. Так, перезарядимся. Хотя это я все равно буду делать там, ладно. Все, погнали. У нас есть цель, значит мы сейчас за Тейлором едем. О, Тейлор, сука, убил Хименоса. Нарик долбанный. А здесь что, танцуем? Танцуем. Нет, ну, если не проверить. Мы на байке. Ну, я проверил, но мне лень. Прям нам хотя бы, да. Вроде никого, я имею в виду. Ну вот, мы едем в вершины. Я тебя не поблагодарил. В смысле, за помощь? Да ладно, я просто выполняю приказы. Все равно спасаю. Я ценю, что ты таскаешься водище, рискуешь своей шкурой. И, кстати говоря, напал у меня почти готов. Скоро поможешь нам испытать его в деле. Да, хорошо, Уидер. Джим, да, помогу. Конец связи. Олень на дороге. Ну куда ж тебя несет? Ну, это же бинтовая дорога, да? Что там написано? Артезиан. Ага, понятно. А что теперь-то не хватает? Керосина не хватало? А, бутылок. Теперь дефицит бутылок. То дефицит керосина, то дефицит бутылок. Ну ладно, я думаю, мы его сейчас восполним. Мы уже близко. Вот. Широкий мост. Там уже ребята кантуются. Спали. Да, их там, кстати, много этих ребят, как я помню, по предыдущим с приездом. Так, что, мы приехали, нет? Да, приехали. А почему так произошло? Сейчас будет какая-то суперсцена. Или что вообще, не понял.
Волки охотятся стаями. Слушав их вой, бегите прочь. Угу. Обязательно. А мясо мне кто даст? Капитан. Ну, эти следы свежие. Это здесь. Печаль, надо перезаходить, потому что следующее все будет некрасиво выглядеть. Будет отставать диалоги. Вот. Ну что ж, отсюда начнем. Там, где наш сейф? Где наш байк? Сейвимся и отсюда поедем. Вот. Значит, вот так вот. Сейчас перезайду.